Деликатес. Деликатесов много не бывает. Правильно? А ты помнишь, покупали в Соликамске маленькая баночка? Ну да. А там кушать-то нечего. Ну так потому маленькая что... Маленькая баночка. Их же надо еще очистить. Ну да. Отсоединяем мы ножку, на которой крепится эта мидия. Жареные, так как-то вкуснее запах вот этот моря, он ну, немножко он испаряется. Запахом дышишь, да? Не-не-не, не дышу, снимаю. Так смешно, так мало. Подпрыгивает. Может, все, выключить их? Да, Люба, сейчас сама. Так, теперь попробуем мидию с аджикой остренькой. И также мы посыпали мидию самому, саму мидию перцем красным. Ну, что сказать, это мидия. Соусом, конечно, лучше кушать. И лучше, если он будет остреньким. Это как бы мясо. Ксюша, ты на каникулы приедешь, так давай работать какие-то, собирать мидии, так продавать больше. Это неблагодарная работа. Невыгодно, да? Да, невыгодно.